Становилась рецептом у Бородули. Вот сейчас у меня тоже кипит вода. Попробую свою версию без лаврового листа и без кубика. Но это здорово. Удостоверение в развернутом виде. Минздрав, службы силовые, аварийные службы. А выйти можно? Не надо здесь зевать. А выйти можно? Здравоохранение города Москвы. Паспорт сразу. Слушайте, ну прикольно они эти маски придумали. Это вот для таких, как я. Мне сразу понятно, какая сторона где. Что вот это снаружи, а там внутри. А то иногда достаю маски и начинаю их крутить, и не понимаю, какой стороной их нужно надеть на себя. Да это проблема. Тут прикольно. Сразу не проблема. Сразу понятно. Да, ты ешь? Так, мама, я сейчас двойку поставлю. 7, 8, 9, 10, 1. Ты, можно вот любовь не так проявлять, а как все нормальные люди любовь проявляют? Тарелку сейчас уроните. 6, 7, 8, 9, 10. Все, выжили. Выжили. Ты-то, конечно, выжила. Тянут, как на тренировке, покажи ты ее. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ребятушки, спасибо огромное за эфир. Столько уже в директоров, директор комплиментов накидали, что вам все понравилось. Спасибо, я очень рада. Ты рада? Скажи, уно, 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 компеста. Морковку едим. Что же, у меня очень важный вопрос к тебе. Давай, задавай. Зачем ты вот так сказала? Ты едим и другим. Можешь так сказать? Ты едим руки, спокойно мы. Хорошо, все, сейчас спокойно спрошу. Просто ты пришла с грязными руками и начала на стол лезть. А кто это делает? Хорошие девочки так себя ведут? Я в перчатках была. А ты зачем вот так говоришь? Я в перчатках была. Скажи нормально. Мамочка, я в перчатках была. Да, поцелуемся, помиримся. Мы не ругались. Мирись, мирись. Мы не ругались же. Ты просто так мне замечание делаешь. Ни за что. А мы тут по очень сложному рецепту, по совету Ксюши Бородиной, варим пельмени.